Время! Время! Вперед! Но память не подвластна времени. В памяти нашей живы имена героев Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Тех, кто воевал с немецко-фашистскими захватчиками на суше, в море и в небе. Тех, кто подарил нам светлое будущее. Время. Время неумолимо бежит вперед. Сегодня мы вспоминаем 1942 год. 25 ноября 1942 года, 80 лет назад, было подписано Советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи «Нормандия-Неман». 12 ноября 1942 года личный состав «Нормандии» направился в далекий путь в СССР в составе 15 летчиков, 39 техников и 4 штабных офицеров, всего 58 человек. Для того, чтобы попасть в СССР, им пришлось в течение 2 недель проехать из Ливана на всех видах транспорта через Сирию и Ирак в Персию. 28 ноября личный состав вылетел из Тегерана на 2 советских самолетах Ли-2. И в тот же день, выполнив посадку в Баку, прибыл в Гурьев. А 29 ноября 1942 года французские летчики прибыли в Иваново. Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Здесь наши годы, там французские летчики в дождь и в туман по врагу наносили удары, а советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ль окликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Сегодня в этом зале собрались школьники, педагоги, ветераны-летчики, представители ассоциации полка Нормандии Неман из Москвы, Рязани, Белоруссии, Иваново. Три поколения, но их связывает одна историческая память. Поколение, которое хранит и передает следующим поколениям историю Великой Отечественной войны. Неважно, сколько лет, правда? Но какая атмосфера зала? Все сейчас в едином порыве. Будь то молодые ребята, будь то ветераны. Дорогие друзья, Ивановская земля гордится тем, что у нас есть своя история. И в этой истории есть место. Сегодня 80 лет создания полка Нормандия Неман. Мы гордимся этим. Мы гордимся тем, что в городе у нас единственный, наверное, ну, есть свой памятник, который увековечил именно вот дружбу, именно содружество людей. И хочу заверить, что мы и дальше будем хранить эту историю
изучать ее и передавать из поколения в поколение. Спасибо огромное нашим гостям за то, что нашли время приехать к нам, поделиться своими впечатлениями. Спасибо. Рады будем видеть вас и на следующем юбилее. Спасибо. Подготовить самолеты, изготовленные школьниками, к полету. Внимание! Внимание! Пилоты к запуску самолета в честь 80-летия авиаполка Нормандия Неман готовы! Поднимаем самолеты выше. Самолеты в воздух! За полет. Я представляю 18-й гвардейский истребительный авиационный полк Нормандии Неман, который сейчас называется не истребительным полком, а штурмовым авиационным полком, который сейчас выполняет боевые задачи в Сирии. Две группы выполняют боевые задачи на Украине. И одна группа выполняет боевые задачи в Черниговке, Приморском крае, готовит молодых пилотов. Я сам в этом полку прослужил 10 лет и очень его люблю. Давняя дружба, которая зародилась в годы Великой Отечественной войны между первым истребительно-авиационным полком Нормандии Неман, это французским, и нашим 18-м гвардейским полком, он тоже называется Нормандия Неман. И эта дружба началась на Калужской земле и закончилась уже под Кенигсбергом в конце войны. Французские пилоты, очень сильные ребята были, дрались здорово за то, чтобы уничтожить нацистов немецких и освободить свою родину, свою Францию. Цена этого была очень огромная. 42 пилота французов погибли в Великую Отечественную войну. Из них где-то более 20 до сих пор не найдено, где-то лежат вот в земле Орловщины, значит, где-то под Тулой, под Калугой. Вот. Значит, мы чтим заслуги французских летчиков, не только мы, но и правительство Советского Союза, значит, решило, что Франция будет подписантом договора о капитуляции Германии. Она стала четвертой страной победителя. А что на стороне Франции дрались? На стороне Франции дрались вот полк Нормандии Неман и сражающие Франции партизаны в тылах французских, там, в лесах они там и так далее, выполняли такие подрывные работы. Вот. И благодаря вот этой французской эскадрилье, Франция стала подписантом договора о капитуляции. То есть это не то, что вот этот полк сыграл такую большую боевую роль в войне. Но самое главное, что он сыграл очень политическую роль во всем мире, потому что вся Франция, она дралась против Советского Союза на стороне фашистской Германии, и только вот этот полк Нормандии, он, значит, противостоял немцам. Поэтому история такая, что дружба между французскими летчиками и советскими летчиками, она скреплена кровью, и вряд ли кто-то может ее разрушить. И мы это крепим, и это видно в сегодняшнем этом зале. Спасибо. Дорогие друзья, объявляется минута молчания. Прошу всех встать. Thank you.
разве до них? Ведь девчонки в войну не играют, им все больше наряды давались полуночные. Но зажгли бортовые огни, лучшей доли себе не желая, нашей дочки, страны нашей дочки. И пронесся их вальс вихрем огненных трасс, вихрем огненных трасс. Васильковых полей тишина разорвется вдруг грохотом взрыва. Ах, как жалко, что ты не жена, не невеста, да любить помешала война. И коней перепутались гривы, неизвестно, где ты, неизвестно. А дорога длинна, и как хочется в снах закричать, застонать. А дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок, а дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. И летят высоко над землей, и под крыльями синее небо. Ничего, что бомбежка не женское дело, ничего, что нет силы мужской. Только трусом никто из них не был. Солнце село, за облако село. Мы вернемся домой, чтоб с рассветной зарей снова вылететь в бой. А дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. А дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. Видит с высоты
воздухом согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Yeah.